Москва, Владивосток. Дорога аллегория, дорога символ, дорога мечта, дорога неизвестность. В августе 2007-го 30 человек на 10 абсолютно серийных автомобилях Skoda Octavia Scout решили отправиться на другой конец самой протяженной страны в мире, чтобы своими глазами, ушами и сердцем ощутить каждый километр этой бескрайней земли, где работает совсем иная система измерений. А заодно нам было очень интересно узнать, действительно ли случилось чудо, и в 21 веке стало наконец-то возможно пересечь всю Россию на автомобиле, не рискуя сгинуть в таежной глуши. Цивилизация отступала постепенно, чтобы принять нас в свою лоно снова практически в другом полушарии. Наверное, всякий человек задает себе в жизни самые серьезные моменты, как я докатился до такой жизни. И вот на самом деле пора задать себе этот вопрос, как я докатился до такой жизни, как я теперь встаю в 5 утра по московскому времени и должен себя при этом чувствовать бодро, готовым садиться за руль, ездить по городу и смотреть, как же живет город Омск. Но именно это и произошло, слава богу, что здесь уже не 5 утра, а 8. Облегчение слабое после того, как организм еще не перестроился на эту трехчасовую разницу. Но тем не менее, сейчас поедем в город и посмотрим, на что здесь стоит обратить внимание. Ну, вот мы и на центральной площади Омска. Вот этот собор был открыт буквально 2 недели назад, после того, как он был отреставрирован. В 30-е годы его разрушили, как, в общем, и многие тогда церковные сооружения. И вот, наконец, он был отстроен и заново открыт для посетителей. Кроме того, про Омск можно сказать, что он был построен в 1716 году как пограничный город, как своеобразная крепость, и одно время даже претендовал на то, чтобы стать столицей Сибири и третьим по величине городом в нашей стране. Но потом эту роль оттянул на себя Новосибирск. Кроме того, здесь есть много разных интересных вещей, на которые можно посмотреть. Буклет говорит о том, что Омск обладает статусом крупного транспортного и промышленного центра. Здесь проходит Транссибирская магистраль и много других достоинств. В этом городе живет, как я понимаю, чуть меньше 1 миллиона человек, потому что во всей Омской области насчитывается аж целых 1 138 000 человек. Ну, на этом наше путешествие по Омску подходит к концу. Сейчас буквально 5-минутный слет. Разбор полетов, мы поймем, как мы дальше поедем, и мы отправляемся в путь. Следующим городом на нашем маршруте, пролегающем в сторону Владивостока, будет Новосибирск. Омск – это, конечно, не середина пути. Впереди еще тысячи километров не самых простых дорог. И пока остается разве что молиться об удачном исходе экспедиции. Но молитва не единственное, что вселяет уверенность в этих людей. Поэтому церковь на нашем маршруте выступала главным образом как местная достопримечательность, осмотрев которую, колонна двинулась дальше, по направлению к Тихому океану. Дорога из Омска до Новосибирска не самый тяжелый отрезок на пути колонны. Асфальт ровный, видимость приличная, так что в столицу Сибири мы прибыли без опозданий, точно по графику. Сквозь эту музыку и звуки праздника достаточно тяжело говорить, но я постараюсь все-таки прокричаться и сказать вам главное. Мы, наконец, прибыли в Новосибирск, и на одометрах наших автомобилей уже около 4000 километров. 4000 километров с начала пробега, ну, чуть меньше, там, на 200 километров, может быть, я думаю, что это не суть. Мы прибыли в очередной город на маршруте нашего следования. Здесь у марки Skoda достаточно сильные позиции. Нас встречают дилеры и автомобили, которые участвуют в этом пробеге. Сегодня подвергнутся легкой технической инспекции. Хотя серьезных неисправностей пока не случалось, достаточно часто стали попадать камни в тормозные механизмы, отчего происходит такой достаточно неприятный скрип. Других проблем нет, ну и на одной машине отказала одна из фар. Но я думаю, что в течение сегодняшнего дня эти неполадки устранят других. Тем более, серьезных каких-то проблем пока нет. Ну, а мы посмотрим, что думает Новосибирск по поводу нашего пробега. Точнее, не сам Новосибирск, а те люди, которые собрались сегодня на этом празднике. Долгих разговоров с местными мы не планировали, потому что им завтра на работу, а нам продолжать путешествие. Путешествие, которому, кажется, нет конца и края. Хотя один край впереди уже обрисовывается. Край асфальтового покрытия. Ну вот мы проехали уже почти 5000 километров. Если быть совсем точным, то 4800 с чем-то там. Я думаю, такие подробности никому не интересны. Главное, что мы приехали в Красноярск. Эта точка находится уже во второй части пути. То есть половину пути мы уже прошли. Мы приехали сюда в 20 минут 10 по местному времени. По Москве это 4 часа назад. Чем дальше мы пробираемся в Владивосток, тем больше отличия с Москвой хотя бы просто по времени. Это не так просто, потому что встаем мы каждое утро в 7 или 6 или 8 часов по местному времени по Москве. Для тех, кто привык жить по этому графику, это, конечно, катастрофа. Смещается день на ночь, ночь на день, и когда привычные люди в Москве еще
бодрствуют, здесь уже приходится спать и наоборот, соответственно. На этом этапе стала проявляться одна такая интересная особенность. Эмоциональный такой нагруз, он давит на каждого из участников пробега. Иногда проявляются немотивированные вспышки злости, ну хотя бы пока не ярости. Но я думаю, что сегодня будет время отдохнуть. Завтра, потому что нас ждет очень долгая дорога. Порядка 1100 километров, из которых около 200 проходит по абсолютному бездорожью. То есть дорога там как бы есть, но ехать по ней больше, чем 30 км в час, явно не получится. Так что завтра перед выездом определим наши планы и посмотрим, в каком режиме мы будем ехать. Ну, а сегодня мы пошли отдыхать. Утро встретило нас моросящим дождем. Из-за плохой видимости смена асфальта на дорогу с непонятным покрытием могла бы остаться незамеченной, если бы не резкое снижение скорости. Сказать, что колонна двигалась медленно, было бы неточностью. На отдельных участках дороги скорость не превышала 5 км в час. И при такой скорости водителям приходилось проявлять чудеса виртуозности, чтобы объезжать неожиданно появляющиеся на пути ямы. Постоянная работа рулем не оставляла времени задуматься, как такое безобразие может вообще называться дорогой. После этого выезд на грейдер показался настоящим праздником. Укатанная гравийная дорога с непривычки воспринималась как скоростной автобан. По этому автобану мы к ночи и достигли города Иркутска. Момент в жизни, подобный этому, знаком, наверное, каждому, кто служил в вооруженных силах. Это называется уже практически дембельский аккорд. Я проехал практически всю часть своего отрезка, ту, которую мы наделили между собой среди наших коллег в редакции. Послезавтра ко мне на смену приедет Андрей Леонтьев, он приедет уже в Улан-Удэ. А сегодня мы в Иркутске. Сегодня мы в Иркутске, вчера мы не стали об этом говорить ночью, потому что это был самый тяжелый и самый длинный отрезок пути. Мало того, что это было по протяженности чуть больше 1100 километров, так еще и 200 километров из этой трассы проходил по, я бы хотел сказать, абсолютно безобразным дорогам, но это будет не совсем правдой. Там не было дорог, там просто не было дорог. Машины ехали практически как по полю, выбирая себе дорогу вот такими вот бесконечными шатаниями по проезжей части. Ужасные ямы, громадные плиты, какие-то выбоины. И еще говорят, что нам повезло, что не было дождя. Во время дождя эта дорога становится абсолютно непроходимой. Что самая проблема, эта дорога носит статус федеральной трассы. Но все, что я на ней увидел, относящееся к ее федеральности, это вот такие вот указатели, что дорога с 1100 по 1230 километр находится в аварийном состоянии и в состоянии реконструкции. Ну а сегодня у нас есть время прочувствовать жизнь и понять, что больше, во всяком случае, на моем отрезке этого путешествия, таких дорог не будет. Впереди нас ожидает совершенно безоблачное путешествие до города Байкальска, до которого 132 километра из Иркутска. Это наш сегодняшний дневной пробег. Сказать, что это серьезно или что это проблема, ну просто язык не поворачивается. Поэтому попробуем сейчас соблюсти все формальности, посмотреть, что приготовили нам в городе Иркутске в качестве встречи, и двинемся дальше в путь. Дорога из Иркутска до небольшого городка на южной оконечности озера Байкал с почти одноименным названием действительно больше похожа на увеселительную прогулку. Суровые участники экспедиции давно уже отвыкли от поездок, не спеша, с остановками для осмотра достопримечательностей. Ну вот, наконец, наступил тот долгожданный момент. Собственно, то, ради чего я и согласился на эту поездку. При всей своей любви к марке «Школа» и лично к тем людям, которые ее представляют в России, вряд ли я согласился бы на подобную авантюру, просто из желания понять, что это за машина и как она едет. Я поехал сюда только с одной целью. Я никогда в своей жизни не видел этого. И вот оно перед нами. Это озеро Байкал. Ради того, чтобы это увидеть, стоило трястись 200, даже 300, да даже несколько тысяч километров абсолютно по бездорожью, по ухабам и буеракам, где скорость пешком иногда выше, чем скорость за рулем автомобиля. Но вот мы наконец здесь, и в принципе для меня эта поездка, ну, можно считать, что закончилась, в хорошем смысле этого слова. Впереди осталось еще порядка 450 километров до города Улан-Удэ, который, кстати, если кто не знает, находится в России, а не в Монголии. И там уже у нас произойдет смена с моим следующим коллегой, с Андреем Леонтьевым. Ну, а пока мы на Байкале, и надо посмотреть, что это такое за озеро и как оно представляется тем людям, которые ни разу в жизни его не видели, потому что слышали, наверное, про него все. Сейчас я поищу еще по карманам, может быть, найдется какая-нибудь мелочь. Надо забросить, вернуться, не вернуться, но, тем не менее, традиция обязывает. Отсутствие необходимости спешить и нагонять график даже подчеркивало красоту самого чистого озера и его окрестностей. Виды действительно фантастические, особенно по сравнению с тем бездорожьем, которое пришлось преодолеть, и с тем, что еще предстоит. А впереди нас ждет Бурятия. Опа. Ну вот на одометре уже 6500 километров, и мы добрались до города Улан-Удэ, очередного этапа на нашем маршруте. Маршрут уже продолжается больше 10 дней, точнее не маршрут, а пробег. И в принципе мы проехали уже половину как по времени, так и по расстоянию. И сегодня нас ждет смена
с моим следующим коллегой Андреем Леонтьевым. Такая замечательная собака, похожая больше на гиену, но, наверное, это какой-то местный бурятский говорит. А сейчас нас привезли на экскурсию в Датсан, где нам обещают пообщаться, что мы сможем пообщаться с Далай-ламой, с человеком, который является представителем всех буддистов в России. Ну, это, наверное, одна из немногих экскурсионных таких ответвлений, одно из немногих на нашем маршруте, потому что ехать приходится напряженно, дорога очень продолжительная и не всегда простая. Ну, сейчас пойдем, посмотрим и, может быть, проникнемся чем-то великим. А проникнуться тут есть чем. Датсан – своего рода оазис духовности среди почти безжизненной пустыни. Глядя на его обитателей, понимаешь, что материальные ценности далеко не главное, что доставляет человеку в жизни счастье. Вот это называется священными колесами этого датсана или молитвенными колесами. Ритуал очень простой. Нужно подойти, закрутить это колесо, и в то время, пока оно крутится, внутри происходят некие магические превращения. И в это время как раз нужно загадывать свои желания. Желания загадывать можно разные, ну, практически любые. Единственное, что они должны быть благими. Тогда у них гораздо больше шансов сбыться. Но мы попробуем загадать тоже свое желание. Все-таки до конца маршрута осталось еще больше 3000 километров. И хочется загадать, чтобы все, кто участвует в этом маршруте, доехали без проблем и ненужных приключений. Кроме барабанов, исполняющих желания, взором туристов предстает много интересных реалий буддийской религии. Почему взором именно туристов? В первую очередь потому, что местные жители сюда ходят не как на экскурсию. Мы только что вышли из буддийского центра Бурятии, из Датсана. И на самом деле дает возможность понять, что те территории, те города, по которым мы проезжаем, это не только места на карте, это не только сантиметры, которые нужно превратить в 20 километров. Это настоящая жизнь, это люди, которые живут своими надеждами и своими страданиями. О чем они, в общем, не стесняются писать даже вот таким вот оригинальным образом. От буддийского Датсана меньше 10 километров до Улан-Удэ, столицы Бурятии. Посреди раскинувшейся вокруг степи он поражает размеренным течением городской жизни. Здесь все, как в любом другом городе. Обычные городские заботы, разве что с поправкой на местный колорит, в виде национального орнамента и Ленина бурятской национальности. Ну, вот и наступил для меня последний день участия в этом пробеге. И сегодня я передам этот автомобиль моему коллеге Андрею Леонтьеву. Точно так же, как чуть больше недели назад получил его от своего же коллеги Владимира Гаврилова. По поводу автомобиля, наверное, нужно сказать пару слов. Эти 4300 километров, что я проехал на нем, плюс еще 2 с небольшим тысячи, которые проехал Володя Гаврилов, не сделали ничего такого, о чем нельзя было догадаться, выезжая из Москвы. Этот автомобиль находится все в таком же техническом состоянии. Несмотря на те ужасные дороги, несмотря на громадные ежедневные пробеги, несмотря на то, что порой приходится наверстывать упущенное время, прибавляя немножко усилий на педали газа. Ну, теперь все, пора прощаться. И, знаете, наступает такое состояние, знакомое, наверное, каждому по пионерскому лагерю. Легкая грусть. Как бы не хотелось домой, и как бы не ждали дела, оставленные в Москве, как-то грустно расставаться с этим автомобилем, с этими дорогами, ну и со своими товарищами по пробегу. Ну, что ж, пора. Передаю ключи Андрею. Ну что ж, я понимаю, что происходит совершенно неравноценный обмен, потому что вместо вот этого сокровища я отдаю Артему билет Улан-Удэ Москва. Для него все заканчивается, для меня все только начинается, такова философия жизни. И, честно говоря, я немножко уже завидую Артему, потому что он уже успел проникнуться немножко бурятским духом, о чем он мне рассказал накануне. А я пока успел только посмотреть то, что происходит в бурятской столице, в Улан-Удэ. И, честно говоря, скажу вам, если вы хотите понять, что такое Бурятия, то в столице задерживаться долго не стоит. Дело в том, что, да, здесь находится самая большая голова Ленина в мире, которые привлекают туристов. Все-таки 7 метров 70 сантиметров – это серьезно. Говорят, нечто похожее есть только в Болгарии. Кроме того, шедевр сталинского ампира, национальный театр. И право, если вы будете искать, кроме этого, еще что-нибудь такое аутентичное, то, поверьте, кроме вот этих вот искусственных башенок сталинского ампира в якобы национальном стиле, вы не найдете ничего. Потому что буряты – это люди-кочевники. Философия их жизни – это движение, дорога, а не городская оседлость. Поэтому как город был основан в 1666 году казаками, пришедшими оттуда из-за Урала, так он и продолжает оставаться для бурят чем-то, на мой взгляд, инородным. Они живут дорогой.
Точно так же, как и живем дорогой мы. И поэтому, на самом деле, наверное, будет правильно, если мы перестанем здесь разглагольствовать, сядем за руль и поедем.